Всем привет, ребятки! Сегодня очередной Мегакоп, новая серия. Выехал немножко развеяться, покопать опять, как говорится, на пляже. Ну, пляж тут такой, можно сказать, что даже это и не пляж. Просто такое есть местечко. Народ тут иногда купается, попивает водочку. Есть такая вот полянка. Ну, думаю, что какие-то потеряшки здесь должны быть, если повезет. А может быть, конечно, ничего не будет. Дело в том, что вчера, позавчера у нас здесь в Латвии праздновался праздник Лиго, день солнцестояния. Народ веселился, выпивал, отдыхал, прыгал через костры, кушал вкусный сыр, запивая пивом. Ну и в таком хорошем настроении могли многое чего потерять. Я вот решил проверить, будут потеряшки или нет. Так что не переключаемся, а смотрим. Копать сегодня буду лопатой, а не совочком. Конечно, будет здесь много мусора, но ничего не поделаешь. Включаем агрегат. Ого, да. Шестьдесят. Ну да, как я и говорил. Пивная сережка. Понятно, понятно. Да. Здесь так и будет. Что у нас тут? Пивная крышка, скорее всего. Ну да, как я и говорил, пробка. Понятно, понятно. Где-то у меня был кулек. Для мусора. Пробок здесь много. Вот он, родимый, лежит даже на поверхности. Так, современная ходячка, 1 евроцентик. Понятно, понятно. Годится. Ну вот, еще один монетосик, тоже на поверхности. Опа. Еще 1 евроцент. Понятно, понятно. Годится. Опа, еще монетосик, 2 евроцента. Понятно, понятно. Все на поверхности. Так, ребятки, что-то я нашел.
По-видимому, колечко. Сейчас будем рассматривать. Так, так, так. Колечко. Да, ребятки. Первая серебришка. Вот такое вот колечко. Серебряное. Ой, красиво. 925-й пробы. Сгодится. О, еще монетосик. Что у нас тут? 10 евроцентов. Опа! Тоже сгодится. Тут, наверное, все. И вот все мои находочки. 15 евро в центов. И моя прелесть. Мое первое серебряное колечко. 925-й пробы. Спасибо дедушке Хабару, что подкинул серебришко. В общем, коп был довольно-таки интересный. Трудно, правда, было копать. Здесь очень замусоренная местность. Много пробок, пивных ушек этих от банок. Так что звенит все вокруг. Ну, кое-что наковырял. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Еще будет много всего интересного. А я поехал до дома.